Приветствую вас на универсальном игровом, с вами, как всегда, Genium, он же Игорь. И мы, я думаю, заканчиваем проходить игру Ori and the Will of the Wisp. Возможно, в этой серии мы все-таки сможем дойти до конца и увидеть концовку Ori. Так, что нам осталось? Нам осталось, так сказать, уничтожить вот эти вот раз, два, три, четыре, пять сердец. При этом... очень сложно, потому что вот это сердце я понятия не имею, как проходить. Мы уже там были. Надо там что-то придумать. Ладно, пойдем тогда вот наверх. Начнем с верхнего сердца. Ай. Тихо. Да что ж я все собрал-то, а? Куда, куда, куда? Так, тихо. Что-то я бы сейчас здесь вот погиб, было бы вообще максимально тупо. А, я понял. Так. Вот туда. Все, поехали. Хилимся сразу. Благо у нас есть такая возможность. И используем световой всплеск для того, чтобы подняться наверх. Та-дэнс. Ух ты, даже на мину не попали, ребят. Это какой-то прогресс. Кстати, можно было всплеском даже не пользоваться, если уж на то пошло. Можно было просто вверх прыгнуть и все. Так. Угу. Так, всплеск. Я думаю, что нам вот туда. Не то включил! Стопэ. Вот, пуск надо было включить. А я включил какую-то ерунду. Так, тихо, 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 тихо. Понял. Понял, что не то сделал. Глупость сделал. Серьезно. Здесь надо... Ай. Короче, ладно, погибай. Так, все, соберись сейчас. Фух. Запоминаем, что... нету у нас возможности. Так, тихо. Нам надо выпрыгнуть будет наверх. Соответственно, когда она сейчас вот идет, вот так. Так. Что, это не место тут постоять-то нельзя, что ли? Да ладно вам. Начало хорошее. Так, привязались. Привязались, я сказал. О, вот можно привязаться к этой штуке. Класс, так. Все, отлично. Фух. Так, верхний столбик убили. Это замечательно. Все-таки непонятно, что делать с нижним правым. Меня вот это вот немножко раздражает. Что я не понимаю, что с ним делать. Так, здесь вроде все аккуратненько, можно, да, проехать. Так, подтянулись.
упали просто вниз и разбились. Угу. Так, ясно, то есть возвращаться назад тоже надо аккуратно. Иначе можем просто тупо не дожить до конца. Ай-яй-яй! Тьфу ты, ну ты! Так, поехали. Да ну, да и ладно, и вот так вот пролетим просто все. Нет, не пролетим. Так, соберись, Игорь. Не занимайся ерундой. Ну и чё? Да ну... Короче, понятно, почему они называются там гиблым местом. Потому что тут вот такая вот ерунда происходит. А почему меня зацепило? Да как так-то? Не понимаю. Я не понимаю, почему я так туплю. Так, меня этот новый свет меня немножко пугает. Да, я потому что я не вижу, куда я это делаю. Вот оно почему так происходит. То есть я не вижу из-за этого. Вот сейчас вот вроде нормально должно. Тихо, встали. Фу, все, выжил. Хилимся. Сохраняемся. Так, сюда просто убить ради того, чтобы собрать нашу энергию. Так, все замечательно. Замечательно. Замечательно, сказал я. Спрыгнул назад и смотрим, куда нам надо. Нам нужно, получается, вниз вот туда каким-то образом попасть. А как нам сюда попасть? А что, через это не пробиться, что ли? А, можно пробиться, смотрите. Так. Ого. Тихо. Здрасте, а тут еще этот товарищ, да? Что с тобой делать? На тебе. Назад. Так. Сразу давайте похилимся. Да что ты будешь делать, а? Так, и каким чудесным образом я должен это сделать? Раскрыть мне, пожалуйста. Идем-ка этого добьем. Ах, быстрый какой гад. Просто чтобы он нам тут не мешался, то он меня раздражает своим. Просто то, что он тут присутствует. Так, себе быстренько шоткат откроем. Теперь думаем, как вот туда проникнуть и не погибнуть. Ага, понятно, наверх надо. Надо просто вот сюда. Угу. Опять эта гадость. Сейчас будет опять кидаться, чем не попадя в нас. Да, ничего, мы знаем, как с ним разобраться. Так, тут смотрите, какая штука. Мне как бы надо вот туда.
Но при этом надо, чтобы меня никак не убивало. Ого! Так. Какая-то жесть. Так. Стоять. А, тут можно было подняться на перышке. Я понял. Я понял вас. Это понял, не дурак. Был бы дурак, не понял. Ух, какие сложные телепорты, а. Давайте сразу немножечко отхилимся, благо у нас куча манны. Да, концовка, слушайте, Ориен завел завис прям тяжелая. Потому что тут и лазеры, и мины, и всякая другая... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всякая другая непонятная ерунда. Так, надо как-то здесь это аккуратненько сделать, сказал я и сделал максимально неаккуратно. Так, ладно, благо мы вначале появились. Что могли появиться бы еще где-нибудь там, в самом начале, около сердца Ивы, да, и все, и было бы плохо. А, ну это горликова руда на халяву. Ну как на халяву, немножко жизни пришлось потратить. Так. Что, откроется этот телепорт или нет мне? Должен открыться. Ну, чтоб назад не возвращаться. А почему там не ломалась она? Ну-ка расскажите-ка мне, пожалуйста. Наверное, потому что сердце, да, не сломано было. Пошел вон, прыгающая гадость. Я таких, как ты, не люблю. Так. По-быстренькому срулили. Смотрим теперь, куда нам надо. Нам надо... Так, а, вот здесь вот мы еще не разобрались с сердцем. Я понял вас. Почему? Потому что вот сюда я не допрыгнул. Ух, джойстик-то вибрирует прям очень-очень сильно. Фух. Тяжело. Серьезно, тяжело. То есть прям сделали, как будто бы мы к концу игры должны были научиться играть в игру. Но это же неправда. Также оно не работает. Так, дальше вниз. Здесь вот сохраниться надо. То есть сохраняемся и потом уходим вот сюда вниз. И там начинаем уже, собственно, блуждать. Бам. Я просто хотел подхилиться, у меня других вариантов не было. Спускаемся тогда вниз. Так, здесь у нас это все взрывается. Это все на нас... А, я понял, вспомнил, да. Так делать не надо. Потому что нам вот сюда. Телепорт вниз. И, собственно... Ай, гадости. Вот я помню, что мне вот куда-то сюда. Вот еле-еле зацепился. Так, подхилились. Даже не подхилились, а восстановили немножечко способности. Так, интересно, а вот туда я могу прорваться или нет? Без... Скорее всего, нет. Ага. Да что ты за человек-то такой? Так, надо было сделать дэш. Думал долечу. Опять на соплях.
Не долетел. Нет, все-таки, наверное, я не смогу перелететь вот здесь вот. Потому что вот эта вот штука. Так. Опаньки. Так, цепляемся. Я помню, тут надо как бы вылетать. Не туда только вылетать надо. Так, здесь вот аккуратненько постараемся сохраниться, чтобы жизни чуть-чуть подлечить. Так, летим наверх. Так. Фух. Нормально. Все, подхилились. Убили эту штуку. Разломали это сердце. Остался большой вопрос. Это непосредственно... Непосредственно как нижнее правое сердце убивать? Так, и куда ведет вот этот... Вот этот вот телепорт, мне тоже большой вопрос. То есть я вижу, что здесь сверху есть телепорт. А, понятно. То есть это просто секретный телепорт. Я понял. Я думал просто, что вода отключится, если честно. Но она так не сделала. Так. Тогда мне надо куда? Мне надо... Вернуться наверх и бежать вот к этому делу. Короче, самая жесть. Так, что-то не погиб. Пожалуйста. Пожалуйста, там погибни. Ну! Фух, сохранится. Ох, нервишки-то шалят. Прям нервишки шалят. Ори, вот первая часть не настолько сильная была, жесткая, как вторая часть Ори. Так, а теперь, а почему я теперь начал ломать эти штуки? Так, я не понял. Это типа шорткат? Прикольно. То есть мы открыли, получается, шорткат. Здорово. Ну, значит, вот мы когда сюда придем, вот здесь вот должна сломаться эта вещь. У меня других вариантов просто нет. Так, вот эта вот стреляющая штукенция. Так, 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 тихо. Собрались в кучу. Нет, не туда. Все-таки сюда. Вот, значит. Собственно, вот у меня вопрос. Вот эта вот штука должна сломаться. Отлично. И эта штука ведет меня сразу вот сюда. Значит, все верно. Значит, я должен попробовать все-таки вот эту вот вещь. Перетащить. Я сказал перетащить и не нажал на кнопку. То есть вот ее вот так. Вот так. Соответственно. Вот. Вот, видите, да? Теперь она у меня вот здесь. Теперь я должен, как должен сделать? Что я должен сделать? Давайте проверим. Ага, все, я понял. Все, то есть оно тут абсолютно ортогонально. Это хорошо. Это значит, что я сейчас запускаю ее максимально вниз. Она начинает у меня делать вот эти вот движения там. Я вылетаю вот сюда, и все. Все, я привел.
Ну, то есть, то, что я и говорил с самого начала, что вот эту штуку надо будет привезти сюда. Просто у меня по какой-то странной причине не ломался там телепорт. Вы сами помните, вы смотрели же прошлую серию. А если вы не смотрели прошлую серию прохождения War of the Will of the Wisps, пожалуйста, сходите посмотреть. Все, отлично. Мы смогли с этим разобраться. Так, и почти что не потеряли жизни, хотел я сказать, но я вижу, что жизни у нас осталось очень-очень мало. Поэтому быстренько подхилимся. И так, куда погнали-то? Так, ну в принципе можем здесь прорваться. Тихо, соберись в кучку, сказал я и собрался. Отлично, выходим. Так, мы, по идее, должны уже где-то близко к Иви быть. Так. Здесь у нас что? Сохранялочка. Замечательно. Ну, походу, делает конец, ребят. Потому что вот здесь вот большое пространство. Возможно, сейчас прилетит какая-нибудь наша подруга Крик. И начнет на нас орать. Я не понимаю, куда мне идти. Если честно. Так, нет, сюда не получится. Значит, надо наверх. Вариантов больше не вижу. Да, смотрите, вот оно, основание уже дерева. У меня отобрали все мои способности, значит, мы дошли. Сейчас будем оживлять дерево. Если все не будет так сильно тормозить. Я до сих пор не понимаю, почему не выпустили патча на Ори. Получилось, Ори, вот она, Ива Духов. В этот край вернется свет, все беды исчезнут. Да, конечно, сейчас прилетит Крик и начнет устраивать всякую грязь. Вот 100%. Например, попытается захватить этот огонек, а мы будем его избивать. Я не верю, что так просто может легко закончиться. Тем более у нас там еще друзья наши ехали нам на помощь. Мы их еще даже ни разу не спасали. Духи? Это наши братья. Вот тебе и провели, да, первый полет вместе с нашей подругой Ку. Заодно и мир спасли. Ну, в данном случае, как бы, локальный мир. Но все же. Единственное, что мне непонятно, это по истории. Ну, то есть, вот мы же в прошлой серии видели, что, типа, Ива растет, потом стареет, потом погибает. Храброе дитя. То, что было сломлено, снова цело. Сейр возродился. Видишь, у моих ветвей собираются их воспоминания. Как же долго духи ждали этого дня. Ну, как минимум год. Вот бы снова нести этот свет, но он больше не мой. А чей? Мое время пришло и ушло. Грядет новая эра. Что ж, дитя, этот свет теперь твой. А, то есть мы теперь хранитель духов. Если хочешь спасти остальных, оставь прежнюю жизнь позади. Слейся с Сейром, пусть свет озарит тебя. Вот это здравствуйте. Береги эти земли, как берегла их я. Я как бы на это не подписывался. Мы вообще пришли восстановить нашу подругу Ку, воскресить. Ну да, то есть смотрите, про что я говорил. То есть нам в прошлой серии сказали, что Ива, она как бы родилась, постарела, погибла и вроде как... Ну вот, собственно, вот и Крик. Я даже не сомневался в этом.
Че, бежим от Крик? Или бьемся с ней? Так, непонятно. Походу дело бьемся. Так. Че, тебя по лицу бить надо? Так, давайте мы как-нибудь подготовимся к тебе. Во-первых, включим вот эту штуку. Да, пожалуйста. Ага, понятно, мы еще и лазить не можем. Я понял. То есть это типа отмечаются места, откуда она вылетит. То есть вот она здесь вылетает. Хорошо. А где мне восстанавливать, скажите, пожалуйста, на милость. Я бы очень хотел узнать, где мне восстанавливать энергию. То есть только если бить ее по лицу. Ну это такой себе вариантик-то. Так, а ты куда полетела? Ну-ка вернись. Вернись и дерись как дух с птицей. Я хотел сказать, как мужчину смущает. Так, у меня немножко. Так. Я не уверен, что мне сюда. Я не вижу пока других способов. Скорее нам сюда! Нет. Все ясно. Нам 100% туда. Да ты чё? Гадкая птица. Ай-яй-яй. Опаньки, вот это здравствуйте. Вот, где можно восстановиться. Так, что будет? Что будет? Ага, вызываешь какие-то штуки. А их можно в тебя запускать? Нет, нельзя. Это просто дождь. На, получай. Гадкая, мерзкая штука. Я, кстати, смотри, могу делать вот так. Почему я не зацепился? Как так-то? На, получай. Да, я не успел. Тупо не успел среагировать. Так, музыка, конечно, эпичная. Так, и он. А, она еще крылом меня цепляет. Здравствуйте. Я понял, она нас подсасывает. То есть она, ну, типа, притягивает нас как магнит. На, получай. На, получай. Чё ты распрыгалась-то, а? Я бы, конечно, бы включил бы свой этот. Так. Я понял. Тут тоже показывается штука. И это тоже показывается. Это я запомнил. Энергия-то максимально беспонтово восстанавливается. Хотя бы попал, хотя бы разок. Уже хорошо. Так. Это я запомнил. Если она сзади улетает, значит, надо делать прыжок. Ага, а вот это я не запомнил. Если она вылетает, тоже надо делать прыжок.
Так, накидали по лицу и немножечко. Так, начались прыжки, а я торможу. Так, это что? Это типа надо. Понятно, это типа надо скрываться. Тут жизни стараемся не терять в этом моменте. Так, значит, здесь мы просто вот так вот подтягиваемся. Ой! Хорошо, увернулся. Так, прыжок. Так, на, получай. Что ты делаешь? Диагональный вылет. Хорошо. Так, улетаешь, что вверх, значит. Энергия-то у меня заканчивается. Слушайте, прям очень плохо. Так. Все очень плохо. У меня прям какое-то очень-очень маленькое количество жизни осталось. И энергии почти нет. А еще диагональная ерунда. Не убегу. Так. Чуть-чуть отойти. Так. Ну давай. Плюйся. Эти штуки мне не страшны, наверное. Так. Вот эта штука мне страшна. Поэтому я быстренько отсюда сруливаю. Так. Почему? Почему урон не прошел? Скажите мне на милость. Так, опять ты этой ерундой занимаешься. Так. Ага, сейчас дождь будет. С дождем я не знаю, что делать. Причем... Дождь, смотрите, он сразу и диагональный, и не диагональный. Так, вот это плохо. Она сейчас будет делать лазер, а я не готов к этому. А как? Почему? А, я понял, потому что это крик. А почему мне его не показали? Жок. Да ладно, пожадничал. Пожадничал, просто пожадничал. Не успеешь. Ты слишком медленная для меня. На тебе по лицу. Так. Можно просто посидеть вот здесь сюда. Что работает. Тактика работает, но беспонтово работает. Ой, по диагональке. Случайно. Ай, случайно сказал, не попал и попал. Так, это дождик. Да почему? Высоком сижу, поэтому получаю урон. Снова? На, получи. Получи. Так, закончилась энергия, теперь надо просто переживать. Диагоналечка. Скорее всего, лазер. Открываемся. Хотя можно было под лазер по лицу и надавать немножечко. У меня же получалось это делать. Так, под крик я точно понимаю, что мне не надо было этого делать. Но я не понимаю, в какой момент она будет кричать, а в какой момент она делает свой вот этот прыжок.
Так, диагональ нормально. Опять дождь. А можно, кстати, от дождя скрыться вот здесь вот? Теоретически можно. Ай, 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 ай! Да что за ерундистика, а? Ничего не попал. Да ладно. Кошмар. Короче, надо просто стараться не погибать, и все. Все будет хорошо. То есть все паттерны очень ясны. Довольно простые, сами-то по себе. Просто надо исполнить красиво. Вот, вот сейчас вот, например, да, вот тут. Вот. Понятно, что это будет вот эта штука, но я не понимаю, в какой момент... Так, дождь. Так, дождик, я думаю, надо вот, вот так вот делать. Нет, не надо так делать. Очень большой радиус. Очень большой радиус взрыва у дождя. Надо запомнить это. Так, это что будет? Так, отходим. Маленький урон он нанес. На, получай по лицу. Не пугай меня. Да что я не попал-то ни разу, а? Диагональ. А почему я не ушел? Так, это будет крик. Нет, не крик, это будут прыжки. А что она криком-то делает вообще, я не понимаю. То есть теоретически она криком как бы меня должна подтаскивать к себе. Ну почему меня не зацепило? Точнее наоборот, почему меня зацепило? Так, на дождик просто спускаемся вниз и отсиживаемся. Обалдеть. Это только я так умудряюсь. Короче, надо просто погибать. Ай, ладно, не буду погибать. Нет, погибну. Прыжок вверх. Крик. Крик, на, еще раз, еще раз. Диагональ. Дождь. Уходим. Так, это подальше уходим, потому что чем дальше уйдем, тем меньше будет разброс этих штук, но тем меньше шанс в нее попасть. Ладно, один раз попали, уже хорошо. Лазер. Нет, не лазер. Не лазер. Это что? Вот это лазер. Так. Диагональ. А, почему ты... Так. Не смогу. Так, я просто убежал, потому что я прям испугался, честно. Так, вроде дал пару раз по лицу. По-хорошему надо было бы восстановиться. Так, крик. Не запомнил. Так, а может мне просто жизнь тупо восстановить, не? Вот так вот, хотя бы немножечко. Диагональ. Ай, не в ту сторону. Хорошо.
ушли. В лицо, прямо в лицо. Да что за ерунда-то, а? Че я восстанавливался, спрашивается? Так, ладно. Вот эта, кстати, штука непонятная. То есть, то она... Я думал, что она... Диагональ. Я думал, что она... Так, с лазером понятно. Так, сейчас будет крик. Так, ладно, просто под крик, но я уже понял, что надо просто стоять вот здесь вот и месить ее по лицу. Но я не понимаю... Тихо. Я тупо отсижусь. Я просто не вижу сейчас смысла выходить отсюда. Так, это же диагональ была, это же был не этот. Ай! Вот это плохо. Ай, зараза. С другой стороны, давай. Почему оно, я не понимаю. Так. Ай. Типа, удар все-таки идет по вот этой штуке. Зараза. Это типа у меня время заканчивается или что? То есть если не убил, то начинается рушиться остров. Я понял тебя. Так, давайте попробуем тогда вот так вот сделать. Раз у нас все плохо. Тогда будем этой штукой месить. Что делать-то? Так, ладно, оставляем. Потому что сейчас опять эта ерунда будет. Слушайте, нормально, он цепляет даже так. Ну что началось-то? Так, это я понял. Диагональ. Слушайте, очень нормально так урона наносит эта штука. Так, от этих вот ерунди не надо просто сбегать. Короче, ладно, будем бить ее молотом по лицу. Благо, молот работает очень неплохо и хилится. Бам! Так, ну и чё? Ай, не ушел. Пошла вон. Почему у меня не получается вот эта вот штука? Я не понимаю. Дождь, спускаемся вниз. На тебе по лицу. Прямо по твоему гадкому, мерзкому лицу. Вверх. Хилимся. Скорее всего... А, нет, это... Ну чё, не ожидала? Что я тактику против тебя придумаю. Это будет вот эта штука. Я не знаю, как она. Я сам отломал ее. Зараза. Ну, по лицу-то не бьется. Так, дождик будет. Это плохо, потому что у меня одно место осталось. Ту часть она мне отломала. Давайте все-таки попробуем переключиться на вот эту штуку. Так, понятно. Энергия очень быстро закончилась. А так хотелось, так хотелось. Что, лазер? Ну,
На! Дождик. Грусть, грусть. Так. Что, уже 45 минут мучимся с ней. Так, а что-то дождь какой-то супер затяжной. Это что началось-то, а? Типа, не смог ее убить, все? Конец? Я не понимаю, что тут... А, нет, это, смотрите, это оказывается вторая фаза. Это оказывается вторая фаза. Кто бы мог подумать. Так. Короче, по ходу дела надо рвать когти в ту сторону. А чё? А куда? А никуда тут не рвать. Короче, либо тут получается, либо ты ее убиваешь, либо не убиваешь, да? Я честно запутался, я не понимаю, что от меня хотят. Что от меня хотят-то, а? Господа разработчики, скажите, пожалуйста, чего вы от меня хотите? Я потому что не понимаю, чего от меня хотите. Вот серьезно. А, то есть все-таки надо сбежать. Давайте попробуем сбежать. Чего нет? Чего нет-то? Стоим тогда здесь, что ждем? Ждем. Два. Три. Ну вот здесь вот, я же видел, здесь же что-то было в прошлый раз. Вообще не понимаю. Я сейчас, наверное, кричу, да, в микрофон. Вы говорите, если я кричу, что... Там, не знаю, пишите в комментариях, что... Игорёк, ты кричишь. Короче, это скриптованная штука. В этот момент ей урон нанести не получается, если что. Вот это вот здесь вот. Вот что вот это такое было? Я не понимаю, что делать надо. Хорошо, давайте туда ускочим. Не работает. Понятно. Давайте туда ускочим. Не работает. Что делать? Может, вверх надо ползти по этим? Не знаю, по вот этой штуке. Я не понимаю, что делать надо. Вообще не понимаю. То есть, если я типа должен ее добить за этот момент, тогда это нереально. Оно не добивается. Вот, я вот единственное, я думал, вот здесь вот, место типа есть. Либо это какой-то баг, либо я не понимаю, что делаю вообще, от слова совсем. Ну, то есть, видите, урона ей не проходит. Единственное место, которое я вот...
Я слишком далеко ухожу. Ой, надо было на стриме играть. Хотел я попробовать это на стриме пройти. Может быть, вы мне хотя бы что-нибудь подсказали. Но решил нет. Буду записывать. Буду мучиться уже. Ну что, вдруг не смогу нормально ничего сделать. Поэтому хотел сделать так, чтобы... Вот это вот место. Вот, типа, я здесь могу стоять? Нет, не могу стоять. А куда мне надо тогда? Я не знаю, что делать. Что мне делать? Типа, 6% осталось пройти, и я не... Ну, я не вижу выхода никакого. То есть вот она их ломает. Здесь просто погибаешь. Может, свет надо включить? Пам! Ну-ка. Нет. Защита, как защита, это не работает. У нее жизнь от этого не... Если что, у нее жизнь от этого не убывают. Может, лететь надо? Ну-ка, давайте-ка проверим. Идем максимально вверх. И просто улетаем отсюда. Нет, тут просто... Что делать-то? Вот что делать? Серьезно, вот что делать? Налево тоже не улетается, да? Или улетается налево? А налево улетается! Смотри... Нет, не улетается. Так. Я, короче, решил, что я хочу улететь налево. Попробуем налево слетать. Посмотрим, что будет. Ничего. И что делать? Типа, победить я ее не могу. Просто я сейчас не хочу выходить, потому что я понимаю, что если я сейчас выйду, то произойдет такая ерунда, что мне, возможно, придется ее заново перепроходить. Она меня просто разбирает по запчастям. Давай так сделаем. Смотрим, что получится из этого. Подправлять наверх их. Чтобы, типа, не ломай мои... Не ломай мои земли. Не ломай мой остров. Так, а что у меня включено-то? Никакого урона ей не проходит. Дерись какая-то. Что делать? Что делать? Что делать? Так. Ну, давай попробуем так. Ну вот она. Сделала прыжок, прыжок, прыжок. Я ухожу вверх. Ухожу вверх, поэтому ухожу вверх, подождю. То есть вы хотите сказать, что я теперь типа должен подождю работать? Серьезно? Вот даже так? Так, я понял. То есть я сейчас должен буду, понятно, без земли работать.
работать с ней при помощи вот этих штук. Короче, это жесть. Все понятно. Обалдеть. Короче, надо максимально пережить и сделать ей 3 выстрела в лицо. О! Так, слушайте, ну до этого надо было прям дойти. Прям это прям сложный момент. Так, вот это я зря сделал. Зараза. Зараза, не могу зацепиться за дождик. Так, значит, надо самое главное сейчас. Уворачиваемся от дождя, уворачиваемся от ее пролета. И потом уворачиваемся от того момента, когда она начинает разворачивать в остров. И потом 3 раза по лицу ей даем. Все. Так, от дождя не получилось увернуться, к сожалению. Ай, не та кнопка! Все. Ладно, сколько мне понадобилось на это минут? Мне понадобилось почти 8 минут на то, чтобы понять это. Ребят, ну, конечно, это тот еще челлендж суровый. Значит, надо просто садиться вот здесь вот и отсиживаться, и все. Куда? Куда выстрел? Понятно. То есть, если я не успею ее убить за эти 3 удара, то она меня размотает. Вот это жесть. Вот это прям челлендж. У меня сейчас один большой вопрос. А почему я себе не прокачал самонаводящиеся штуки? Мне бы они сейчас так пригодились. Просто не представляете. Так. Да почему? Да ё-моё. Почему у меня этот прыжок не работает нормально? Так, ладно, я хотя бы понял, как вот здесь это сделать. И у меня ровно на 3 выстрела, если что. То есть вот раз, два, на разбил... А! Класс. Почему-то поднялись облака. По какой-то неведомой мне причине. Короче, облака, по ходу дела, рандомно просто поднимаются и все. Да ну, короче, ясно. Прятаться тоже вниз нельзя, потому что это когда штука начинает быстрее всех долбить. Почему тогда первый раз сработало? Так, все, давай, прыжки. Делаем прыжок вверх. Я не понимаю, почему он меня зацепил. Так. Так, пожалуйста, как-нибудь в него от... Зараза! Зараза! 1 раз промазал. Жизни-то прям совсем чуть-чуть не хватает на то, чтобы... Ой, в смысле энергии, чтобы и похилиться. И с ним справиться. 2... Так, куда ты стрельнул, а?
Да, вот, ладно. А чё толку там не с этого? Скажите мне, пожалуйста. Я не могу его в него запустить, потому что... Гадина. Короче, вот один раз первый самый промазал, и все. Если сделаю три выстрела нормально, разберу его даже до второго вылета. То есть здесь вот просто прыжок вверх. Все, теперь стоим, ждем, когда он все уничтожит. Два, три. Прыжок вверх. Отпрыгиваем. Я не вижу, откуда он будет. Еще раз прыжок вверх. Ну и куда ты выстрелил, зараза, а? В лицо ему, пожалуйста. Да. Отлично. Сердце из камня мне дали. Как ее зовут? Достижение. Фух. Нормально, мы так целый час это дело этим занимались. Мы всегда будем помнить закат. Вот и наши друганы. Где надежда померкла во тьме. Собственно, Кума и... Не помню, как второго зовут. Где был кто-то тенью объят. А, это даже стихи. Понятно. К своим родственникам полетел. Ну, там, к месту, где он, собственно, родился. Так-то это прям мега грустно. Прям вообще. Ну, то есть, по-хорошему-то он как бы ни в чем не виноват. Его общество отвергло. Он остался один-единственный. И из-за этого обозлился. Когда свет пропал, сердце его стало каменным. Мне сейчас немножко грустно. То есть, я честно надеялся, что мы сможем перетащить его на свою сторону. А не убивать его. И что он, когда он пойдет умирать, он еще и... К своим родителям уйдет. Просто уйдет умирать в отчий дом. Так, мы можем вставать, это что? А, ну понятно. Это наш кат-сцена, которая быстро перетекла. Так, а впереди колючки, а прыгать мы не умеем. Что делать будем? Просто аккуратненько пройдем. Так. Вот только не говорите мне, что сейчас Ори отдаст жизнь за то, чтобы восстановить Кума. Ой, за то, чтобы восстановить Ку. Да, походу дело так и будет. Ори просто отдаст жизнь как герой, станет новым хранителем света. Всех воскресит, все восстановит, но уйдет из этого мира. Да ну, сейчас плакать буду. Время пришло.
У меня еще и крылья восстановились. То есть Оля стал новым деревом жизни. И волшебного света лучи указали мне путь невзначай. Путь из тьмы, где меня звали Ори. А, то есть это он еще и рассказчик. Ух ты, как Ку выросла. Понятно, то есть они просто поселятся рядом с этим деревом. Ну, Ку, по всей видимости, станет типа тоже хранителем леса, потому что она большая сова. Так, что, ребята, постарели, что ли, уже, или что это? Что сейчас происходит? Почему он не может забраться? Понятно, короче, Ори всех пережил. Все умерли. Вот тебе и веселый конец. Огоньки, что блуждали в ночи. Кстати, все друзья нарисованы на стволе. Жизнь вдохнули в измученный край. А вот и Ори. Ну, как в первой части сейчас оторвется. Вот тебе их клиффхенгер на третью часть. Фух, ну что ж, мы с вами прошли Ori and the Will of the Wisp. Финал был просто эпичным. Дико грустно и радостно одновременно, потому что радостно, что он смог все-таки всех спасти, он смог воскресить Ку. Грустно, потому что это произошло ценой его жизни. При этом мы сразу посмотрели, получается, жизнь его друзей. То, что они остались с ним. Это классно, это как бы настоящая верная дружба. Они остались с ним, они взрастили новое древо жизни. Они смогли как бы все преодолеть. Блин, я сейчас рыдать буду. Да ну, лесом. Сейчас, подождите, соберусь в кучку. Ну, Ори, вот у меня что первая часть... Ладно, после первой части Ори я был очень сильно раздосадован тому, как это все закончилось. Потому что, если вы не играли, сейчас можете просто выключить, потому что там дальше начнутся спойлеры. Потому что я никогда не считал мать Ку злодейкой, так как в конце понятно, что она защищала своих детей... И по факту выбрала не то место, где она будет жить. Потому что когда свет вот этот вот распространялся от Ивы, он убивал жителей тьмы. Ну, по факту, вот этих вот сов. И поэтому, как бы, мать там обозлилась на это дерево и забрала у нее сердце. Это была вот первая завязка, да. Поэтому я не считаю, что она злая. Она
как бы, ну, по факту, дерево убило ее детей, осталось только Ку, да, яйцо, ну, яйцо с Ку, а она потом и пошла, мстить. Не знаю, как бы, как рассматривать этот момент. И плюс мы ее в конце все-таки убиваем, остается только Ку, хотя по-хорошему могли, не знаю, там, перетащить ее на свою сторону и сказать, ну, иди, пожалуйста, живи в другом месте, рожай снова, делай снова этих цыплят своих, совят. Вот, здесь же, опять же, тоже снова версия, ну как не версия, снова история про то, что Крик не приняла, не приняли другие совы, они посчитали ее, по сути дела, уродлиной, они ее отвергли, у нее закостенело сердце. Я опять надеялся, что мы сможем перетащить ее на свою сторону и как бы сделать ее доброй, и вот чтобы вот, и чтобы Крик пожертвовала своей жизнью и стала новым хранителем. То есть мой идеальный конец — это Крик мы перетаскиваем, она понимает, что как бы не все так плохо, вот есть свет, можно снова все вернуть, жертвует своей жизнью, она, соответственно, все расцветают, все хорошо, воскрешается Ку, Ори с ними, все друзья, все вместе собрались, все классно, все они вместе с ними, наш любимый герой Люпа. И все, вот они отлично дожили до конца там своих дней, уже все дружно, весело, одной большой семьей. Здесь же у нас Крик не перетащили, оставили в том состоянии, в котором есть, просто она ушла умирать к своей родне. Ори погиб, потому что он последний из духов, как бы, и вот он должен был погибнуть. Собственно, спас друзей ценой своей жизни, хотя как бы особо-то и, как бы, как сказать-то, ну, по-хорошему, короче, мне не нравится. Ладно, игра шикарная, Ориен Завил оф Завис, всем советую, пожалуйста, возьмите, сами пройдите, сами это прочувствуйте вместе с музычкой в наушничках, чтобы прямо ощутить это все. Когда вы это все пройдете, вы, ну, я говорю, у вас, не знаю, возможно, будут также слезы на глазах, как у меня сейчас. Я тут просто держусь, чтобы не разрыдаться. Сам конец, но он такой, понимаете, как бы философский, что вот идет вот этот круговорот жизни. Причем было понятно, что в тот момент, когда мы в предыдущей серии смотрели картинки, что скорее всего, Ори станет новым духом, так как дерево отжило свое. Да, и так оно и произошло. И, в общем-то, вот так все закончилось. Кто-то скажет, хорошо закончилось, кто-то скажет, не очень хорошо. Мне сам финал с точки зрения именно хэппи-энда не нравится. Это не русские, что ли? Алекс Марин, Алексей Захаров, Андрей Денисов, Антон Кругляков. Серьезно, очень много русских в Unity Technologies. Ну, то есть, видите, нам сейчас показывают то, что происходило уже после того, как закончились вот эти вот все события, что у нас наши друзья общаются с теми, кто был здесь, непосредственно вот в этом лесу живет. То есть, они там и Люпа встретили, и этого тукана встретили, и гарлика встретили, и вот эта вот обезьяна учит Моки драться. То есть, ну, классно, то есть, как бы, по факту мы спасли весь вот этот небольшой мир, потому что стал Ори новым деревом. Но я думал, что это будет Крик. Вот серьезно, я думал, что это будет Крик. Я как бы до последнего верил, что мы сможем ее из тьмы достать, потому что мы всех из тьмы доставали. Ну, кроме вот этого там непонятного, вот этого щупальцеобразного существа, которое убило Кволока. Но я прям очень надеялся, что... Ну, я так не играю. Серьезно. Ну ладно, хотя бы сделали задело не на третью часть, потому что в первой части Ори именно таким образом и появился. Он оторвался листочком от дерева жизни и стал тем, кем он стал. Ну, видите, у наших друзей все отлично. Ку их катает. Все хорошо, собственно... Так что за них можно не беспокоиться. Они нашли свой смысл жизни, они нашли себе семью, они смогли, собственно, вырастить новое дерево, сохранить его. Значит, никто, злодей больше никакой не пришел, никого не убило. Это хорошо. То есть, по сути дела, круговорот духов в природе, он как бы продолжится. Продажи вроде у игры очень хорошие.
поэтому я надеюсь, что все-таки третья часть будет. О, смотрите, тут показывают Моки с маленькими духами. То есть мы, видимо, не единственный дух, а духи тоже восстановились вместе с деревом. Это класс. Это очень-очень клево. Хорошая картиночка. Я рад, что я досмотрел до сюда. Я рад, что вы тоже досмотрели до сюда. Сейчас я на самом деле надеюсь, что, может быть, знаете, как в фильмах Marvel будет что-нибудь в конце. Ну да, собственно, в конце. Вот он наш листок. Так, Moon Studio would like to thank all the fans of Ori and the Will of the Wisp for their continued and heartfelt support. Ну, короче, всем спасибо за поддержку и вашу сердечную поддержку, так скажем. Ну что, чем все закончится? Ничем. Собственно, никаких новых роликов дальше не будет. На этом все. Мы прошли Ori and the Will of the Wisp. Финал мы посмотрели. Кому понравилось, кому не понравилось, обязательно пишите в комментариях. Я буду ждать и, может быть, с вами там подискутируем. Если вы вдруг еще не подписались, сходите, обязательно подпишитесь. Будут новые прохождения, раз Ori мы уже завершили. В принципе, все. Мне очень понравилась игра, честно. Конец мне очень понравился, игра понравилась. На этом все. С вами был Genium. Играйте в хорошие игры. Пока.